Так, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут, а у нас сегодня турнир Дали Харнихопса. Новый подводный динозавр у нас появился. Кстати, смотрите, у меня теперь 3 миллиона монет почти, потому что я вот продал нашего легендарного динозавра, ну, обменял на 3 миллиона почти монет. Вот так. И, короче, вот теперь у меня вот есть деньги. Сейчас у нас еще через пару секунд будет новый набор, поэтому давайте уже приступим к нашему турниру. Так, ставлю птернозавр. Давайте птернозавр. Так, бой. Идеально, самое главное сейчас не провалить зуганину. О, хорошо. Закон математики проглощения. Все супер. Помогает на синий урона. Так, супер, первый раунд за нами, осталось еще два. Так, тут у нас цератозавр. Короче, у нас тут вообще еще какой-то новый гибрид. Короче, у нас тут все по-серьезному. Придется, наверное, взять мне. Давайте-ка возьмем одного тираннозавра и вот вас. Двоих, все супер. Надеюсь, не прорвемся. Он может пугать своим видом, а так его затащим. Так, он поменялся. А мы тоже. Набираем очки, пока мы это можем. Блин, поступал бы по логике, я здесь мог чуть два поставить. Ну ладно, говнюк. Ну чё, зато у меня сейчас превосходство, да, в очках. Идеально. Хотелось стереть моего тираннозавра, поэтому поставим щит хоть какой-то. Сложный бой у меня, однако сложный. Эх, как бы все-таки очки поставить. Так, а ты все так на меня потратил, да? Сейчас мы тебе вот
так пойти. И вот тут вот самое главное, облажать. Блин, вот ты не убил. Это бы вообще было круто. А он и не убьет. Его убьет. Говнюк, вот говнюк, все-таки прибил. Ну что ж, ладно. Еще баек будет, у меня же денег до хрена. Чё мне терять? Так, теперь тогда действую следующим образом. Так, мы пойдем. И возьмем еще Тронадонна. И Динамика. Все. Опять. Вот интересно, что у нас сейчас такие будет. С такими вещами. Да. Чё? Вот теперь он засал. Динозавр. А что можно? Сейчас махнуться на слабого Динаринки, набирать очки. Будем набирать очки. Нам нужны очки. Очки это самое главное. Обращаю внимание. Наверняка просто набирачки. Так что пробил. Ну что, он походу идет в атаку. Атакает. Ой, это было мощно. Так, а мы, получается, у тебя оставалось 3, а ты это крайне потратил, да? Ну что ж, прибить, в принципе, можно. Так, четверочкой. И еще очки возьму. О! Эй, должно было быть идеально, какого хрена? Что ж, а вот уже страсть накаляется, интересно. Походу я не рассчитал. Окей. Так, это он походил. Он махнулся. Как он рассчитывает? Так, что-то раздражать начинает второй наш поединок. Что, не затащу, что ли? Не, я не может быть. Так, а давайте мы в этот раз сделаем мне большую выручку. Вот так. Так. И потом еще. Тернадон пустил. Все. Все, просто другого выхода нет. Сейчас внимательно все просмотрим. Так, не так. А так хватит. Ты повторяешься. Может быть, мы тебя сразу убьем? Не, сразу тебя убьем не получится. Лучше мы тебя будем
1, 4. Вряд ли вы считаешь, вряд ли вы щит здесь будет мешать, где будет мешать. Так, так. Чё, не ожидал? А теперь мы тебя... Ты получил преимущество, да? Да. А чё, я щит. Да, так и было. У тебя есть преимущество. Если мы возьмем и так сделаем. Назад. Ну, открывай. Молодец, 1000. Да, в минус ухожу, в минус ухожу. Thank you.
Да. Все-таки получается я... Я победил, да? Да, я тебя победил. Наконец-то, наконец-то я победил в втором раунде. Наконец-то я все рассчитал. Так, а вот что нам сейчас третий принесет раунд? Это, наверное, вообще жесть. О боже, два Индоминус Рекса, вы... Ой. Боже. Два Индоминус Рекса, ё-моё. Так, наверное, Сарказуха. Тиранозавров попробую сначала. Это победа во втором раунде. Это просто жесть. И вот, наконец-то, долгожданный набор. Далихарин Хопса. Давайте открывать. 320 ДНК, 320 ДНК, 320 ДНК. И наш Далихарин Хопс. Давайте его сейчас осмотрим. Теперь вы можете его вывести, да, я знаю, что я его теперь могу вывести. Так, а еще у меня есть бесплатный набор. Вообще хорошо, справились мы. Так, мне ровно 6000 очков доверия, так. Давай выведем тебя. Ну чё, осмотрим, давайте осмотрим. Пофиг на бакс. Для вас ничего не жалко, друзья. Далихарин Хопс. Ты какой-то... Не знаю, слабый что ли? Давай посмотрим. Ты вообще какой фракции? Ну-ка. Вот фракции я не смотрел. Динозавр на 40 уровне, ты... А...
Ты у нас риф. Ты мне не нужен. Ты тоже риф. Ну что ж, ладно. Макс потратили, осмотрели. Вот, давайте посмотрим его в процессе поедания рыбы. Как интересно, ты рыбу ловишь. Ну что ж, ладно. А стоп, если тебя сверить с моим кронозавром, кто сильнее получится? Вот кронозавр, он у меня легендарный, на 40 уровне. Ты получишься 843 атака, 790 урона. А ты получишься как? Ну да, все-таки у меня кронозавр сильнее. Ну ладно, так, баксов убили приличное количество. Так, сейчас кронозавра наконец-то давай хватили. Идеально, еды хватило, прикиньте. А пофиг, на время перематываем. Так, собираю, и вот мой могучий тиранозавр, который имеет 1350 жизни, 116 атаку пока. Вау, как ты прикольно стал выглядеть, на тебе даже шипы какие-то появились. И ты жрёшь неописуемо много. Что ж, окей, нам тебя надо прокачать до 40-го, и будет у нас Indominus Rex. Окей. Так, ну-ка еще еду закажем. У меня ж теперь денег много. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутем Паут. В следующей серии мы будем откармливать опять же нашего тиранозавра Рекса, чтобы получить Индоминус Рекса гибрид, чтобы вывести. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых выпусков. Всем удачи, всем пока.